Доброго времени суток. Сегодня хочу вас познакомить вот с такой вот красавицей. Монетка Николая I, 10 копеек. Эту монету я нашел сам с помощью металлоискателя. И она в очень отличном состоянии. Ничем не чистил, помыл только водой. Год чеканки, видите, у нее 1833. Орлик, даже Георгий Победоносец виднеется на груди. Это очень большая монета. Вес у нее 45,5 грамм. Это дальше, даже больше, чем 5 копеек Екатерины или Елизаветы. Вот такая вот монетка. Чеканилась она в Екатеринбурге. Екатеринбургская монета. Еще раз повторим. Номинал 10 копеек. Гурт у нее, как видите, гладкий. Монетка Николая I. Вот такую вот красавицу я нашел с помощью металлоискателя. Хотя этот год самый популярный из этой серии, но монетка очень приятная, довольно-таки нечастая. На этом пока все. Лайки, подписка на канал, дизлайки, вопросы, пожелания. Все приветствуется. Спасибо всем за внимание.